И всем привет, ребята, с вами Нинди, и сегодня у нас опять игра 60 секунд. И я, наверное, решил делать видео не каждый день, а через день, чтобы было намного интересней, и чтобы YouTube не начинал шалить с просмотрами и рекомендациями. Так, продолжаем. Значит, Мэри Джейн у нас болеет и голодание, Тед голодание и Долорес ничего. Ну ладно уж. Давайте-ка мы их всех покормим. У нас, в принципе, всего хватит, и никто не будет идти никуда. А если кто-то и может спасти из этого ужасного положения, то это наше правительство. Ну, да. Мы радио забыли взять, но все равно. И да, я бы хотел... Мне кажется, вы коронавирусом заболеете. Все. Да, Лорес пока что не болеет, но Тед и Мэри Джейн уже. И да, я бы хотела извиниться перед моим знакомым с ником Лампочка, потому что ту идею насчет смешания гаджетов предоставил мне он. Я решил потом... Я хотел рассказать о нем в том видео, но забыл. Потому что это все время мне нужно много чего другого, много чем другим заниматься. И мне просто-напросто из головы это вылетело. Поэтому хочу извиниться перед ним. Ну ладно. Так, главное, что нужно делать, это слушать радио, которого у вас нету. Понятно. Что вы там хотите? Так, жажда. Я, конечно, могу попробовать вас вот так вот. Но будет ли логичным это делать? Не знаю, давайте попробуем. Мэри Джейн готова. Но теперь нам уже нужно их отправлять на поиски еды и радио. День 13. Тед голоден, Долорес нормально, и Мэри Джейн болеет. Жить в прошлом не самый лучший выход в нашей ситуации. Мы должны думать о будущем. Где-то Мэри Джейн позволяет немного поесть. Ну, у нас еды, в принципе, норм, поэтому, мне кажется, я их покормлю. Кроме Мэри Джейн. Мэри Джейн и так нормально. Ой, боже. Кроме Долорес. Я их уже путаю. Так, давайте-ка отправим Тодда с топориком. Надеюсь, он выживет, потому что нам нужно вылечить нашу Мэри Джейн. Ну да, понятно. Давайте еще раз ее покормим. Мне типа не жалко. У нас и так очень много, как для троих, пока что двоих людей. А может и не пока что, так. Жажда, голод, болеет, жажда. Плохо. Значит, так. Тебе нужно попить, тебе нужно все. Конечно, я понимаю, что я как-то неправильно расходую, просто я где-то слушал про то... Я где-то слушал про то, что можно так выздороветь, но нет. Пары выстрелов было достаточно, чтобы обратить на этих трусов... обратить этих трусов в бегство. Я немного не прочитал, что произошло, поэтому извиняюсь. Я просто немного о другом задумался. Группа людей в зеленых пижамах поступила в наш люк. Вот это сюрприз, это мы точно не ожидали. Мало того, что они называют себя веселой компанией и хотят грабить богатых и отдать бедным, мы скорее относимся к бедным. Да и друзья нам не помешают. Впустить их? Конечно же, нет. Конечно же, нет. Вы о чем? Да уж, ты не выздоровеешь, Мэри Джейн. Ну, хотя бы Долорес. Ну да, это ж коронавирус, нельзя ж Мэри Джейн выздороветь. Мы решили не открывать этим странным людям и держали дверь закрытой, пока голоса не утихли. Мы не знаем... Мы не знаем, кто они, и хотим мы, чтобы... А,
и хотим ли мы, чтобы они вернулись. В принципе, они выглядели безобидно, но можно ли доверять кому-либо в такие неспокойные времена? Конечно же, нет. Так, что у тебя, Мэри Джейн и Долорес? Долорес нормально, Мэри Джейн просто болеет. Надеюсь, ты нам аптеку принесет. Ага, на огонек зашел торговец с котом. Я просто уже столько раз слышала об этом коте. Угу. Так, Долорес нормально. А, нет, плохо. Ну ладно, я сейчас буду нормально держать. Боже мой, извиняюсь. А, ну да, мы это читали, если не ошибаюсь, в прошлой серии. Или в позапрошлой. Про кота в мешке Такс. Я нечаянно пролистала страницу. О, вернулся. Что принес? Да, боже, главное, что нам нужно делать, это слушать радио. Ну да, слушайте радио. Мы обсуждали продажу нашего дома и переезд в какое-нибудь другое место. Но, по правде говоря, мы представить себе не могли, что случится именно так. Мы скучаем по нашему домику. Думаем, это нормально, то, что нам хотелось проверить, стоит ли он еще. А стоит ли он? Наша кухня, группа... Да-да-да. Наша кухня груда завалов. Нам потребовались недели, чтобы найти наши прекрасные стулья. И специально подобранные под плитку. Теперь все, что осталось, это несколько бутылок воды, завалившиеся в грязи. Две. Ага. Машина взорвалась, проклятье. Ой, боже, не с интонацией говорю. Плохо. Машина взорвалась. Проклятье. Это же теперь просто бесполезный кусок металла. Но во время ее обыска мы нашли грудом сохранившиеся... Чудом. Боже мой. Такой неудобный шрифт. Что путаю. Чудом сохранившееся запасное ружье. Оно до сих пор работает. Мы вернемся из экспедиции в отличие от нашего топора. А что с ним случилось? Не знаю. Такс, ага, ну да, вы вдвоем заболели. Обезвоживание. Попейте. На. Угу, кто же пойдет на рожь? Так, ага, выливая содержимое нашего сакрального ведра, вблизи убежища мы заметили на... очень неудобный шрифт. Наспех нарисованную карту. Кто-то нарисовал путь и обозначил финиш крестиком. Может, там спрятаны какие-то запасы? Проверим. Ну, мне тебе, Мэри Джейн, не жалко. Ты сильно у нас видишь, огромная. Плюс ты ребенок. Что-то ничего не произошло. Ага, что ты там нашел? Аптечку. Отличная находка. Мы опасались, что карта может быть приманкой, которая приведет нас прямо в лапы бандитов. Но в конце пути мы нашли запасы, которые нам обязательно пригодятся. Молодцы, просто молодцы. Пока что не знаю, наверное, потрачу аптеку на Мэри Джейн. Я просто кормил долго. Она для меня прям как родная. Ну и... сегодня. Хотя, стоп. Если мы отправим Мэри Джейн в экспедицию, потому что у нас не так много всего и нету радио. Поэтому, мне кажется, лучше Теда. Или Тода. Во время вылазки мы набрели на останки разбойницкого лагеря. Какая-то неведомая сила разрушила его до основания. Внутри мы совершенно случайно обнаружили кота. Ну да. Ну, конечно, мы теперь еще кота возьмем. Наше маленькое, очень маленькое, пушистое чудо. Да? Пушистое чудо, блин. Окей, у нас бутылок воды нормально. Пет выздоровел, но устал. Как только мы открыли люк, тут же запрыгнул внутрь и стал разгуливать по убежищу. А кот, боже мой. Как же
Мне тяжело читать с этим шрифтом. Как же не привык к нему. Ладно. Что ж я жалуюсь тут? Голод. Стоп. Голод. Жажда голодания и голод. Значит так, тебе надо покормить и все. Конечно же, Мэри Джейн. Вот ей оружие. Надеюсь, ты его не профенишь. Так, что у вас тут? Обезвоживание, голод. Да-да-да, все равно. Так, у кого обезвоживание? У тебя? Нет. У Теда. В парке неподалеку есть небольшой илистый прудик. И сейчас нам бы очень пригодилась удочка. Может, закинуть в грязную воду старый чемодан и попробовать что-нибудь выловить? Ну... Я вообще не понимаю смысла чемоданов, поэтому дайте попробуем. Хотя чемодан ничего не останется, но... Долорес. Тебе же было просто... Тебе же был голод и жажда. А чего ты умерла? Но размера была... С голодом? Да у них же просто голод был. Мы потеряли Долорес. Как обидно. Ну, мы нашли какой-то противогаз. Сейчас вот это начнется... Начнутся беды с башкой. А в нашем маленьком убежище сразу чувствуется... Любой новый запах. Его сложно не заметить, когда из нашей стены выпал один кирпич через образовавшуюся дыру. К нам немедленно ворвался ужасный смар. Что? Ну ладно. Наверное, нам нужно проверить, от чего он исходит. Смар. Не поняв. А смрад, боже мой. От этого карантина уже крыша едет. Ты заболел? Мы посмотрели в дыру в опасении, что на нас может напасть что-то с когтями, клыками или другими утерянными острыми частями тела. Но мы увидели только дохлую крысу, которая пыталась открыть банку супа. Ну да, мы нашли суп. Мне это интересно. Когда Тед голоден, у него рчит живот. Тед заболел, тяжелая жизнь в бункере дает о себе знать. Тед совсем плохо. Типа, ну да, давайте мы его покормим. Так, болеет голод, усталость, истощение. Ну, давайте-ка. Ну, у нас аптечки нету, давайте-ка мы его покормим, что ли. Ага. Мы продолжаем вспоминать различные... Мелочи, которые с нами происходили в той прошлой жизни. Стоп, мы? Тед, ты что, с котом разговариваешь? Или уже вообще шизофреник? Ну, понятно, все ужасно с Тедом сейчас. Если не придет Мэри Джейн, то у него начнет ехать крыша. Вспоминая воспоминания... Короче, это я пропускаю, он просто говорил сам с собой, да? Или, может быть, с мертвой Мэри Джейн? Ой, Долорес, боже мой, я их все время путаю. Так, ладно, что тебе надо? Жажда, голод. Ну, типа, кого мне еще кормить, кроме тебя? Если кто-то нас может спасти из этого ужасного положения, то это наше правительство. У нас нету радио. Но у нас есть котик. Капец, короче, с Тедом. День 39 тем временем. А, он при смерти, понятно. Покушай, что ли, перед смертью. Понятно.
И теперь ты пойдешь, бери, что хочешь. А, у тебя нету. Ну, давай ты хотя бы с шашками. Не, давай ты с костюмом, а то еще умрешь. Конец. Сейчас будет, да. И неудивительно, что произошло. Мы обнаружили на стенах нашего дома граффити и ругательство. Люк заперт, на нем написано «Теперь здесь рулит Мерлан». Черт бы тебя побрал, Мерлан. А мы... Ну да, конец. Очень все плохо. Какой-то Мерлан. Ну ладно. Я, наверное, на этом буду заканчивать. Всем удачи и всем пока. С вами был Нинди. И игра 60 секунд. Всем пока-пока.